Приходя не радуйся, уходя не грусти. Пистолет отдайте Воронину, когда-нибудь пригодится. Ну здравствуйте, ребятушки и девчатушки. Я категорически рад вас всех приветствовать на своем канале Жук-Муравейники. С вами дядя Саша, великий ужасный. И сейчас мы с вами будем наблюдать наидраматическо-трагическую развязку четвертого эпизода. Потому что уровень его завершения 98%, Ватсон. Значит, мы сейчас закончим, Ватсон. Не все, конечно, удалось пройти. Что-то я проморгал. Вчера был так увлечен, что даже не догадался. Я вообще ни за одну серию, представляете, не догадался посмотреть на уровень завершения эпизода. Так я им был увлечен, что даже не посмотрел. Какой там у него прогресс? Ладно, Ватсон, заводите вашу машину в розовых божьих коровках. Пойдемте глянем, что там с Джейс Доннером и как его там зовут? Мэтьюсом. Да? Да. Нет, Мэтьюсом. А еще живы остались Вагон и Келлер. Поехали в девятую серию. Так. Значится, я пришел к электростанции. Да, сюда мне надо туда. Так, секундочку. Интересно, а Джейс нам покажет или нет? Тут наверняка по завершении эпизода включится опять этот ролик. А у меня сейчас музыка включена. Ну ладно, я потом, если что, вырежу. А ладно, вырежем что-нибудь кому-нибудь куда-нибудь. Так. Тут провода сверкают, так что надо быть аккуратным. Интересно, а Джейса, это вот та девушка с пирсингом или нет? Или да? А дверь заперта, отсюда не выйти. Не выпускают. Ты смотри. Слушай, а я ж приходил сюда тогда, да? Да, и тогда она была открыта. Ну правильно, теперь-то тебе не надо туда, теперь-то тебе надо сюда. Ты сюда ходи. Я там одежды себе набрал. Ну я так понимаю... Ооо! Вот она, точно, это она, Ватсон! Это она! Она! Hi. Relax, man. Не, не она. Или It's она. Me, Chase. Та была другая, у той какой-то пирсинг был. А, да, пирсинг есть, точно, okay? Она. Она, мамзель yeah. с пирсингом, астрофизик. Thanks for your help back there. Так, ну рассказывай, как ты тут замутила все это? Как ты управляешь? Как ты управляешь северным сиянием? Кластер рванула, да? Yeah. Это точно. Я пытаюсь понять, что там произошло. Ну, скажем так, я приложил к этому руку. Как? Ты бы видела лицо Мэттиса. Ха, так этому гаду и надо. Ты могла наблюдать за происходящим? Я взломала видеокамеры. И с их помощью наблюдала за тобой и всеми остальными. Слушай, там же электричества не было. Как ты их взломала? Ну и что теперь? Ну, вообще-то, на этом мой план и закончился. Гениально. У тебя есть идеи? Нам нужно найти Этвуд. Я все еще не понимаю, но ты прав. Я за нее волнуюсь из-за всего этого. Она хрупкий человек. Ну что ж, тогда... Они нашли нас! Они быстрее, чем я думала. Капец. Okay, ладно. Well, чертежи у тебя есть, да? Как нам отсюда выбраться? Не знаю, Маккензи, я так далеко не планировала. Разве не ты у нас специалист по тюремным побегам? А чё это они стучатся? Они должны дверь выбивать. Они не должны стучаться. Я не думал, что всё так закончится. У нас почти получилось. Чё, нырять будете в воду? Будет, что будет! Будет, что будет! Была, не была! Вот они, гады, с топорами! О, вагон живой! Ты как бельмо на глазу, Маккензи. Меня называли словами похуже. Знаешь, это просто поразительно, что такой умник, как ты, все еще жив. Я же всегда тебе говорил, ты даже не представляешь, какой я упертый. Так, вон Геллер стоит, вон вагон. Очень жаль, что упертый не значит сообразительный. А это должно было быть и есть наш вредитель. Девчонка, надо же! Пилот, тебе и твоей подружке коньец! Коньец! Я всю жизнь боролась с такими, как ты.
Что ж, девочка, по ряду причин сегодня твоя борьба закончится. Мэфис! Мэфис! Говорит Геллер. Взрыв! Донер, взрыв! Он тяжело ранен. Эти сейчас сиганут в воду. Прыгайте быстрее, пока он вас не зарубил. Этого бы не случилось, если бы не ты. Ты слишком долго была заноза у меня в заднице, пилот. По-моему, Бельму пришло время спас... Чего-чего? Ты сначала ты посмотришь, что я сделаю с девчонкой. На! 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 Отлично, обожаю, когда они сопротивляются, говорит Мэдис. На! Ух ты, перехватил руку. О, какое лицо злое. Ну, неплохо, Маккензи, неплохо. Да, вот это мне уже нравится, Маккензи. Небольшая драка, немного боли к жизни. Я знал, что она в тебе есть. Не попал. Не попал. Но. А пока все пальцы у Маккензи на месте. Мэтис. Мэтис! Донер помер! Донер is dying. Да! Ага! Это как он так топор толкает? Ну а ты что стоишь? Вот так! Он сейчас упадет в воду, они его сбросят в воду. Сбрось его в воду! А! Маккензи вместе с ней в воду упал! Вон оно как! Он смылся! Вот это развязка! О! Плывут! Плывут наши эти, как их там? Моржи! Плывуть моржи! Так, бабища. Живая. С пирсингом. Чё, ты пульс у неё, что ли, меряешь? Кашлять. Ну вы же все мокрые должны быть. Сейчас чьи-то ноги появятся, на этом кончится. Я вам отвечаю. Сейчас кто-то подгребет. Я этого не ожидал, говорит Джейс. А я вот в воду упал и утонул. Понимаешь? В тот момент мне показалось, это хорошая идея. Ага. Вон оно все горит. Похоже, черный камень горит. Ага. Говорит Джейс. Холодно? Теперь там очень тепло. Так, ну ничего, вам надо найти, где согреться. Я даже скучаю по этому месту, говорит она. Эй, держись. Hang in there. Не то мы в четвертом эпизоде будем за эту женщину играть. Ты не заметишь, ты согреешься, говорит Маккензи. Все хорошо. Мне уже теплее. Ты типа уже все, ты помираешь, что ли? Это плохой знак, Джейс. Просто потерпи немного, держись, все будет хорошо. Hang in there. It'll be fine. Everything. Обещаю, все будет хорошо. Знаешь, а ведь Мэдис, он придет за нами. Он не остановится. Да, говорит Маккензи. Но и мы не сдадимся. Все, что ли? Похоже, все. Ну что там? Последние титры. О! Тут что-то новенькое. Лодочка плывет. Я такого еще не видел. В открытое море плывет. Интересно. Да нифига себе, какие волны. Вот это волны. Они там вдвоем, что ли, плывут? А куда же вы плывете-то? Куда вы не плывете-то? По таким волнам-то. На такой утлой лодочке. Куда-то подгребает сия лодка. Так, а это кто у нас? Это что, всякое-то в заплаточках? Что, новое? Ну, а, все, ого! Это куда это они подплывают? Пирс какой-то, я такого не видел. Что, новые локации, что ли? Да, погоди, а где это? Где это такое?
О! Это кто? Астрид! Это Астрид по игре была. Я-то думаю. Что там было написано? В резерве какие-то мили. О, еще один в воде! Говорит непись. О, свитер, свитер. Но не утопленник, как другие. Значит, он не нарушитель карантина? У вас карантин? Что, все-таки зомби будут? Это не такая, как все. Или что мне сказали? Не может быть. Осторожней, вдруг она заражена. Чем заражена? Нет, только не она. Так, что ж тут такое-то? Интересно-то вообще, капец, за ужаса! Где же? А, она кейс ищет. То есть эта тетка ее знает. Нужна вода. Она кейс ищет, а кейса нет. Выглядит не очень. Дай же ей воды живо. Это получается, она пригребла в эти... Астрид, это ты? Ты обещала прийти, вот ты здесь. Ну где контейнер? Where's the cure? Где контейнер? Его у меня нет. Слушай, что там нам надо было посмотреть на этой, на повторе, что там было на картинке изображено. Все. Финита ля комедия, друзья мои. Хинтерланд, Презин, Зелон Дарк, эпизод 4, ярость, потом тишина. Все, большое спасибо вам, товарищи из Хинтерленда. Мне все очень-очень понравилось, а уж окончание четвертого эпизода. Ну, не знаю, это вообще, по-моему, самая крутейшая крутизна. Какие-то там зараженные, карантины, Астрид пригребла. Надо только посмотреть, название перевести, что там было написано. Наверное, там она куда сейчас спешила, в эти в мельницы непокоренные. Но это я попробую. Это я попробую еще прочитать и понять, о чем шла речь. Ну что ж. Я, друзья мои, думаю, что я еще не раз перепройду этот эпизод. Он мне прям сильно понравился, да. Я все вот тут, никогда вот не зарекаюсь. Я все говорил, что вот там они выпустили говно. Да не, вроде не говно выпустили. Вроде нормально. Доктор Астрид Грину там написано, кто ее озвучивает. Сейчас промелькнуло. Вроде ничего так. Мне, короче, понравилось. Всем спасибо, всем пока. Если вам тоже, как и мне, понравилось, ставьте там эти лайки ваши. Ну и подписывайтесь на канал. А я закончу словами сэра Хьюго Баскервилля. Провидение припоручаю я вас, дети мои, и заклинаю. Остерегайтесь выходить на болото в ночное время, когда силы зла главствуют безраздельно. Спасибо, кончено.